Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei MediaPad T5. И сейчас я покажу вам, как заблокировать какой-либо номер на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение «Телефон», после чего мы нажимаем «Еще». И выбираем «Заблокировано». И здесь мы нажимаем на значок шестеренки. Теперь мы выбираем черный список номеров. И здесь нажимаем на плюсик. И можем либо добавить вручную, либо сопоставить префиксы, либо добавить из контактов, либо из списка вызовов, либо из сообщений. Выберем вручную, вводим какой-нибудь номер, который хотим заблокировать, и нажимаем ОК. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.